Скажи, а куда подевались те двое? Мужчина и женщина. Ну, которые чай все время пили. А зачем они вам, товарищ кадет? Да вот, нашел на Наотаре одну штучку. Хотел их впечатлить. Они улетели. Улетели? Как же так? А мне они ничего не передавали? Улетели на штатном транспортнике «Андромеда». Судя по тому, как они спешили, им было не до вас. Извините, товарищ кадет, но у меня временно закончились стаканы. Что вы хотите? Война. Извини, мил человек, нам тут еще погрустить надо тихонечко. Вы к Бергнику? Он про вас уже несколько раз спрашивал. Как самочувствие, Григорий Алексеевич? В утиль пока рановато, но 4 лучевых ранения – это тебе не шуточки. И как же это вас так угораздило? Плохо в бою без ведомого. Всякий сиротку обидит, норовит. Пропустил ты, Андрюша, самую большую свалку на моей памяти. Полетели мы давеча на сияние, но джипсы уже, видать, подготовленными были. Мы, что ли, их ули позавчера разворошили, не знаю. Но радары молчат. С осмодеями связи никакой. В общем, летим вслепую. А как прошли завесу насквозь, гребешков налетело, как ворон. 20 минут с ними целовался, на силу ушел. Но завеса помогла. Гребешки от нее, как ошпаренные, шарахались. Сам одного такого ошпаренного завалил. Вот только не хватало тебе, Андрюша. Ох, как не хватало. Вы уж простите меня, Григорий Алексеевич. Да чего уж тут. Главное, ты живым вернулся. Честно говоря, не ожидал. Итак, товарищи, Наотар очищен от агрессоров. Слава этого успеха полностью принадлежит вам. Однако армада джипсов по-прежнему остается на орбите Наотара. Не исключена вероятность повторного десантирования. Эксперты нашей технической разведки предполагают, что флагманом армады джипсов является звездолет-астероид, получивший кодовое название «Эльбрус». Благодаря спинрезонансному сканированию мы располагаем точными данными о внутреннем строении астероида. Внутри у него имеется люксогеновый реактор. Мы предполагаем, что реактор защищен толстым слоем брони, и бортовым оружием его уничтожить не получится, а использовать торпеды в замкнутом пространстве сродни самоубийству. Поэтому нашими техниками из бронебойных бомб, хорошо зарекомендовавших себя при атаке на Домны, была собрана специальная бомба с замедленным подрывом боевой части. Она будет установлена на машину Яхнина, как самого опытного пилота. К реактору с поверхности астероида ведут 2 туннеля. Оба выхода из туннеля изолированы от внешней среды сооружениями, которые мы называем «Купол» и «Купол-2». Согласно разработанному плану, истребители подавляют зенитный огонь с поверхности астероида, после чего торпедоносцы уничтожают объект «Купол» и таким образом открывают путь к реактору для машины Яхнина. Он должен будет прорваться в туннель и, приблизившись к люксогеновому реактору, установить бомбу. После этого у всех будет ровно 30 секунд, чтобы убраться подальше от астероида. Мы предполагаем, что безопасная зона в момент взрыва будет начинаться с 50 километров от его поверхности. Вам, Яхнин, придется запускать орбитальные двигатели еще в тоннеле. Я понимаю, что эта задача находится на грани возможного. Тем не менее, другого пути уничтожить флагман у нас нет. Валентин Макарыч, мы готовы выполнить любой приказ Родины.
но нам нужно помочь с летным составом. Потери тяжелые и не столько в машинах, сколько в людях. Многие торпедоносцы вернулись домой с убитыми пилотами и бортстрелками. Да, я в курсе. Людьми помогу. Но имей в виду, стрелков придется набирать из техперсонала авианосца. Разрешите обратиться? Разрешаю. В последнем бою я остался без истребителя, но стреляю я неплохо. На чемпионатах Академии по стрелковой подготовке 2 грамоты получил. Прошу вашего разрешения пойти в вылет бортстрелком. Так вы там в Академии, небось, из пистолетов стреляли? А на торпедоносцах сами знаете, какие агрегаты. Пельтианского халкозавра в клочья рвут. Валентин Макарыч, можно подумать, что техники наши такие уж снайперы. Полетишь со мной, кадет. А что вы здесь делаете, сэр? Ведь, насколько я знаю, ваш истребитель восстановлению не подлежит. У меня сегодня счастливый день. Мне разрешили пойти в вылет на фульминаторе. Справитесь? Вы же истребитель. Я лечу бортстрелком, но если придется, и с пилотированием справлюсь. У нас в Академии был тренажерный спецкурс по тяжелым машинам. Добавлено задание. Андрюша, прикрытие у нас жидкое, поэтому на тебя вся надежда. Истребители прикрытия! Внимание! Прямо по курсу группа гребешков! За работу! Фульминатором ждать! Вперед не соваться! Сейчас мы ему еще добавим! Пустили его кровушку! Сейчас мы ему еще добавим! А пламя-то у них того же цвета! Сколько ты не фигуряй от меня не уйдешь! Я тебе мало аспит! Внимание! Внимание! Сзади еще одна группа джипсов! Торпедоносцы! Вам придется самостоятельно разобраться с ними! Автопилот включен. Хорошо, но мало! Настучал по рогам. Будет техникам работа! Получил несколько прямых попаданий! Продолжаю выполнение боевой задачи! Кабина разгерметизирована, но машина пока ведет себя хорошо! Имею повреждения, но пока в работе. Повреждена система подачи топлива, но пожара нет. Попал! Почти достали, гада! Пробита плотно, все системы работают нормально. Заработал фирму в центроплане. Ерунда, жить пока можно. Застучал врага. Всем! Перегруппироваться для атаки флагмана! Андрюша, второй пилот убит. И меня зацепили тоже. Ничего не будет принимать командование, иначе нам крышка.
Задание выполнено. Добавлено задание. Не злись, Андрюша. Атака. Я понимаю, опыта тебе не хватает, но я в тебя верю. Ты сможешь. Хорошо, но мало. Попал! Влепил из всех стволов! Попал. Захват цели невозможен. Достал. Пробита плоскость. Все системы работают нормально. Получил несколько прямых попаданий. Продолжаю выполнение боевой задачи. Настучал по рогам. Сам в прицел залез. Захват цели невозможно. И это только начало. Получи аспект. Автопилот включен. Задание выполнено. Добавлено задание. Автопилот выключен.
Торпеда поразила цель. Захват цели невозможен. Захват цели невозможен. Автопилот включен. Шасси выпущено. Автопилот включен.
Автопилот выключен. Слушать на фульминаторах. Объект купол уничтожен. Начинайте атаку. Задание выполнено. Жрицы ведут огонь с поверхности астероида. Прошу истребителей срочно подавить противные точки. Добавлено задание. Ты внутри флагмана! Устанавливай бомбу и сматывайся! Задание выполнено. Добавлено задание. Шасси выпущено. Ловушек. Есть касание. Посадка.
Выпущен. Задание выполнено. Добавлено задание. Молодец! Можешь возвращаться! Встретишься с Бабакуловым и до самой посадки иди за его машиной! Задание выполнено. Добавлено задание. Автопилот включен. Задание выполнено. Добавлено задание. Всем, кто меня слышит, на покинутой орбитальной крепости Шарукин-17 в районе Луны Ауруша совершил аварийную посадку лейтенант Кирвани. Кислорода у пилота в обрез. Прошу любой флугер, находящийся рядом, оказать помощь. Андрюша, помочь надо бы. За меня не беспокойся, кровотечения нет. Зрение уже почти восстановилось, так легкая контузия. Но пилотировать машину все равно не могу, вколол обезболивающее. Рулить тебе. Добавлено задание. Автопилот выключен.
Автопилот включен. Шасси выпущено. Задание выполнено. Неужели опоздал? Я здесь, чтобы спасти вас. Вы не ранены? Травмы позвоночника нет? Открытые переломы? Нет, только синяки. Если можно, спасайте меня быстрей. Кислород кончается. И да хранит вас Ахура Мазда. Говорит авианосец Римуш. Сердечно просим благочестивого пилота русского торпедоносца «Фульминатор», борт 21, проследовать на наш корабль. Добавлено задание. Автопилот включен. Шасси выпущено. Признаться, я всегда недолюбливала мужчин Объединенных Наций за одну странную привычку. Вы, вероятно, имеете в виду привычку назначать свидания на борту брошенных орбитальных крепостей?
Я имею в виду привычку опаздывать. Так вот, вы реабилитировали в моих глазах всех мужчин Объединенных Наций. Кстати, меня зовут Рашнит Тервани. А вас? А меня Андрей Румянцев. С детства мечтал познакомиться с пилотами Конкордии. Знали бы вы, сколько фильмов я про вас видел. В вашем возрасте, молодой человек, я снимался в одном из таких фильмов. Правда, только в массовке. Я прошу прощения, но с трех светителей уже дважды запрашивали о кадете Румянцеве. Вы должны лететь, Андрей. И да воздастся вам за спасение нашей добронравной сестры. Уверен, ваши командиры по достоинству наградят вас. Автопилот включен. Шасси выпущено. Кадет Румянцев? Да. Приказано сопроводить вас к контр-адмиралу Канадчикову. К Афанасию Петровичу? А чем я? Требую вашего подчинения. Кадет Румянцев по вашему приказанию явился. Не запылился. Что ж ты, голубь мой, расписной творишь? От истребительного эскорта оторвался. Раз. На иностранный авианосец залетел. Два. Товарищ контр-адмирал, но я же человека спасал, пилота союзной державы. И, между прочим, спас. Человека спас. Молодец. Герой. Но понимаешь ли, это только по гражданским меркам герой. А по нормальным военным понятиям ты преступник, который нарушил приказ и своими неосмотрительными действиями поставил под угрозу жизнь раненого КМСка Яхнина. Виноват, товарищ контр-адмирал. Вот именно, виноват. А потому ты будешь отчислен из Северной военно-космической академии. Я заключаю тебя под стражу, пока мы не вернемся на Землю. А там иди хоть на все четыре стороны. И имей в виду, что исключение из Академии означает запрет на пилотирование любых воздушно-космических аппаратов российской директории. Так что уже можешь выбирать, что тебе интереснее. Шахтером идти работать или водителем автобуса. Но, товарищ... Молчать! Уведите его.